Что делать, если у вас зациклился BIOS? Обычно это свойственно ноутбукам Asus. То есть, в принципе, если вы не жмете кнопки, а BIOS меню постоянно появляется, тем самым не дает загрузиться операционной системе. Вот такая вот проблема. Сейчас мы ее решим. Для начала нам необходимо отключить Security Boot. Для этого переходим во вкладку Security. Далее ищем внизу Security Boot меню и переходим в нее. Как вы видите, Security Boot Control на данном этапе включен. Отключаем его. После чего переходим во вкладку Boot, ищем Launch CSM. Launch CSM необходимо включить, как вы видите на экране. В принципе, как вы поняли, Launch CSM и являлся причиной зацикливания BIOS меню. После того, как мы ее включили, то все встанет на свои места. Но если вдруг данная функция после отключения Security Boot меню не появилась, значит делаем следующее. Существует подобная проблема только с зацикливанием Boot меню. Очень похожая на эту, только возникает она обычно на ноутбуках Lenovo. Как ее решить? Ссылочку я оставлю в описании на инструкцию. Если указанный метод не помог и данная функция не отобразилась, то есть данная настройка в BIOS, то делаем следующее. Берем диск. Берем диск. В принципе, любой, с любым содержимым, и вставляем в дисковод. После чего перезагружаем компьютер, и данный пункт меню должен будет появиться. После включения данной функции можно проверить приоритет загрузки, желательно, чтобы там стоял жесткий диск, HDD, либо же SSD, в зависимости от того, что у вас установлено. После проверки можно сохранять параметры Save, Change and Exit. И после всех этих процедур проблема должна будет устраниться.